Вас приветствует Stars Exclusive. В этом видео пойдет речь про Кристину Орбакайте, но перед началом просмотра просим вас поставить лайк и подписаться на канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Кристина Орбакайте, несмотря на пандемию, ведет активный образ жизни. Она не только много отдыхает, но и много трудится. Она весь сезон отыграла в театре, снялась в полнометражном фильме. Гастролирует и готовится к юбилейному музыкальному шоу. Сложно поверить, но Кристине Орбакайте уже 51 год, а выглядит она превосходно, совсем как юная. Как вы считаете, сложно ли Кристине поддерживать красоту и стройность? Напишите об этом в комментариях. Поделитесь своим мнением. По признанию Орбакайте, она всегда прислушивается к своему организму. Иногда ей это дается с трудом из-за постоянных гастролей, переездов и смены режима. Недавно преобразилась и знаменитая мать Кристины, Алла Пугачева. В свои 72 года она выглядит сногсшибательно. Постройнела, сменила прическу и в целом имидж. Журналисты поинтересовались у Орбакайте, как ее матери удалось так кардинально измениться. По заверению Кристины, у Аллы Борисовны индивидуальное видение самой себя. Она с большой ответственностью подходит к питанию, соблюдению диет, нагрузок и так далее. Пугачева неоднократно заявляла, что ей важно, чтобы дети и внуки видели в ней красивую молодую женщину, а не дряхлую бабушку. Орбакайте добавила, что Пугачева выглядит так красиво благодаря упорству и работе над собой. Однако есть скептически настроенные люди, которые не верят, что человек способен после 70 лет пересмотреть свои вкусовые предпочтения. Считая, что певица прибегла к операции по уменьшению желудка, как это сделала ее коллега по цеху Лариса Долина, которая, кстати говоря, тоже скрывает этот факт. Желаем Алле Пугачевой крепкого здоровья и оставаться такой же привлекательной. Ставьте лайки и подписывайтесь на Stars Exclusive.